Здесь радио Анна 0, Леонид Киловатт Галина. Радио Анна 0, Леонид Киловатт Галина. Кто-нибудь меня принимает? Радио Анна 0, Леонид Киловатт Галина. Ульяна Анна 0, Леонид Харитон Сергей. Так, слышу хорошо, где-то на 4-8 где-то. А как имя корреспондента? Андрей? Да, сейчас, минуточку. Радио Анна 0, Леонид Киловатт Галина, О 0, Леонид Харитон Сергей. Леонид Харитон Сергей, не успеваю здесь записать. Второй корреспондент, вы друг друга перебили. Еще раз, последний корреспондент, это какой город и как зовут? Ну, я никого не слышал больше пока. Это я, Ульяна Анна 0, Леонид Харитон Сергей, ОА 0, Леонид Харитон Сергей, Дальнереченск, Андрей Дальнереченск, как принято, прием. Сейчас я станцию сделаю потише, чтобы не кричать так громко. Андрей, здесь Сергей, слышно меня? Нет, на 5 ватт я кричу. Отлично, плюс 20, громко слышно, Сергей. Прием. Да, слышу, ну мы здесь далеко не забрались на самую вершину, потому что здесь наверху снега по колено, вот до скольки смогли, до стольки дошли. Где-то до 825 метров мы поднялись по GPS. Вот 11 километров пешком. Ну, отлично. Вы там, наверное, измученные все. 11 километров. Или там по дороге. Но все равно, как бы, не так и легко. Понял. Наверх будете пробиваться или так и остановитесь пока? Подойди поближе. Наверх, наверное, не будем подниматься, потому что ноги мокрые, штаны мокрые, ботинки мокрые. Вот жену переобул, сменная обувь была. А так не пойдем. Слишком много снега, потеряем время немного. И что самое печальное, здесь облачность такая. Я думал, сниму панораму, а здесь туман. Ну, где-то видимость, наверное, метров 50, наверное, от силы. Прям так, как белое молоко, вот не знаю, будет видно на видео потом. Да, ну сегодня погода такая, тут и ночью дождь был, поэтому... В режим, ну, повышенной мощности, 50 ватт у меня или 55 максимум, попробую крикнуть еще раз. Лесозавоз, интересно, слышит меня, нет? Забыл посмотреть, сколько между нами расстояние. Должен слышать, слушать. Ну, покричите, да, не буду мешать. Я потом вернусь к тебе, позову тебя назад. Роман Иван Краткий, 0, Леонид. Да, Роман Иван Краткий, 0, Леонид. Роман Анна, 0, Люба Киловатт Галя. Для вас Роман Йод, 0, Леонид. 5-9, здорово, принимаю. Георгий, город Лесозавод. Как приняли, прием? Разборчивость на пятерочку, по С-метру на 3. А, QSL, понятно. Ну, я вас замечательно принимаю, здорово. Ну, спасибо за QSL, вопросов нет. Удачи, пока. Да, слышу. Ну, Уссурийска, не знаю, я на форуме писал, ответят, не ответят. Вряд ли, наверное, большая дистанция. Да, ответят. Просто вот, может, люди отдыхают, пора такая интересная, в общем, огороды у всех, то все. Ну, а так вообще-то ответят, все услышат. Спасибо за КСО, удачи вам, всего хорошего. Я Роман Йод, 0, Люба, 7-3, удачи. Ну, ты не слышишь, понятно. В общем, сегодня открылся портал «Параллельный мир». Вот. На сайте сделали управление пользователями команды для РП-70ДГ. Вот. Есть возможность каждому оператору самому загружать свои логи. Вот. Так что я, наверное... Юра, я тебе открыл доступ. Георгий еще вот хочу спросить. Доступ открывать? Георгий, прием. Нет, не надо. Я тебе буду ID-файл пересылать, сам будешь туда все пересылать, прием. Хорошо, понял. Вот, Юра, ну ты как хочешь тоже, Юра, я тебе доступ открыл, могу убрать. Пока вот просто это, по порядку тут всех забиваю, прием. Понятно. Ну, для начала я тебе перешлю, потом разберусь, если там геморроя никакого не будет, может, буду открывать
Если будет что-то не так, то все на тебя буду отправлять на приеме. Хорошо, там просто заходишь на страничку, позывной твой забиваешь и пароль, и там в окошечко, ну, файл. Сейчас, это сейчас, просто, отвечай. В общем. Чао там с Югов, ты ближе как бы к Югу, я пробовал звать Уссурийск. О, Сергей, я Уссурийск здесь не слышу. И не услышу, с Уссурийска только одна станция можно будет, одну только станцию слушать. Вот, Геннадия, по-моему, у него там антенны хорошие, больше никто не пробьется сюда, это точно. А отсюда снизу я тем более не слышу, только сверху на работе. Никого не слышал. Юра, вот РВ0 ЛБЗ, из Заводска, вот, но он практически тебя не слышит. Ладно, сейчас попробую крикнуть в направлении Уссурийска, потом антенну разверну на север, может быть, туда с Хабаровска попробую кого-нибудь послушать хотя бы. Хорошо. А у 0 Леонид Ульяна Мария ты слышал? Ну, я слышал Юрия и Георгия двоих. А, ну это понял. Нет, это Лучегорск. Под Лучегорском Нагорная, у 0 Леонид Ульяна Мария. Ну, он дома, ну, может быть, где-то там во дворе. Вообще двойка у него вроде бы включена, так что и крутить на него даже особо не надо, так же, как и на меня. Понял. Ну, удачи. Я здесь на чистоте, если что. Хребте Стрельникова на границе с Хабаровским краем. Заканчиваю работу, собираемся домой. Всем спасибо, кто принимал меня. Успехов, до свидания.